На страже здоровья Республиканская клиническая больница отмечает свой 70-летний юбилей. Сегодня в зале ДК ЧГУ поздравляли сотрудников РКБ. Красные розы и живая музыка – так приветствовали в ДК ЧГУ сотрудников Республиканской клинической больницы. За 70 лет они помогли огромному количеству пациентов. 8 тысяч хирургических операций, 9,5 тысяч сеансов гемодиализа, 84 тысячи ультразвуковых исследований. Республиканской клинической больнице есть чем и кем гордиться. Самые ключевые ценности, которые были у медицинских работников, они есть и будут в дальнейшем. Это доброе сердце и человеческая душа. Это тоже как таблетка или процедура, которая лечит любого больного человека и помогает получать положительные эмоции. Несколько поколений медицинских работников – это и врачи, средний, младший медперсонал, технические работники. Все это время вкладывали силы, душу в то, чтобы создать такую больницу, которой она является сейчас. Юбилей РКБ – прекрасная возможность отметить труд тех, кто посвятил свою жизнь лечению людей. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.